Всем привет. Приехали на фазенду. Приехал, вернее. Сейчас пойду управлюсь. И доделываю курятник. Осталось сделать дверь. Курятник. Ну, по мелочи. Там дырка, здесь дырка. Ну и какое-то гнездо надо сделать. Гнездали. Лес пилит помаленьку, пилорама работает, срубы рубятся, а мы пойдем управляться. Привезли опилки, уже третьей части нету. Закидал вот здесь вот навоз. Свиной, свинячий. Осталось 5 штучек. Вон мини-пиги. Он вырос все равно. Ну, килограмм 20-25 мяса, наверное. Ну и все. Вот это вот добьем. И будем завозить следующую партию. Вот построил курятник. Разгородил заборы из горбыля. Вот здесь вот сколотил вот эту стенку. И вот эту стенку из горбыля. Накрыл шифером. Ряд шифера положил. А там остатки закрыл баннером. Будет курятничек вот такой. Вот так он выглядит. Сюда вот запустим, как траву выбьют все, буду ли отгораживать вот так вот. Вот это место отгорожу сеткой, и пускай они здесь ходят. Не знаю, кто их, конечно, будет охранять, раз в сутки сюда появляюсь. Ну, что-нибудь буду думать, как это можно сделать. Пока еще не придумал. Доски еще все лежат на пол, не доделал. Вот здесь надо сделать пол, доделать. Все, руки никак не доходят. Завтра, послезавтра все. Моросит дождь. Короче, непогода немножко. Все цветет, все пахнет вкусно. Камера, конечно, этого не передает. Ранетница. Вот какая ранетница цветет. Сакура наша. У японцев она розовая, у нас белая будет. Вот еще много здесь ранетниц. И черемуха. Черемуха тоже цветет. Сторож у нас то есть, то нету его. На рыбалке. Рыбачит вовсю. Закрыто. На замке. Усадьба большая. Еще бы скотинки подвести сюда какой-нибудь. Может быть, в будущем. Надо, чтобы весь участок занимала скотина. А что это? Вот здесь только свинки. Ну вот поросят привезу. Но потом свет должны провести. Договор составили. Но это еще не скоро. Через месяц, наверное. Через месяц проведут свет. Вот здесь вот избу нужно поставить какую-нибудь или вагончик. Жилой, чтобы тепленько было в нем зимой. Здесь еще собираюсь, вот где доски лежат, вот здесь вот будет стенка,
Летний двор будет. 5 на 15. Ну, а потом со временем утеплить. Если он будет надо, зимой понадобится. В принципе, его утеплил. Потолок надо, конечно, сразу, наверное, сделать и опилками засыпать. А стены уже можно и зимой утеплять, не торопясь. Все равно надо будет место, наверное, для откорма. Потому что осенью что-то вроде как поросят намечается побольше. Свиноматок будет больше. Сейчас они маленькие свиноматки, которые я брал на племя. Ну и оставил. На осень будет побольше поросят. Хотя осенью они... Кому нужны сильно эти поросята? Но будем подешевле продавать, стараться. На откорм оставлять. А там видно будет. Ну, до осени еще далеко. Хотя время бежит незаметно. Летит прям. Не успеешь оглянуться, как уже зима началась. А у тебя, как всегда, ничего не готово. Или не закончено. Стройка обычно. Все начинают осенью бегать, суетиться. Потому что зима приходит неожиданно. Или нежданно. Вагончик это не мой. Брал у соседа в аренду. Ну вот как свой построю, так надо будет его тащить ему назад. Ну он гнилой, дырявый, с него-то ловить уже нечего. Но вот низ бы если сделать, то или на пол его поставить и обсыпать его. Тогда будет, а так не. Холодный очень. Я не знаю, как сторож в нем прозимовал. Одетый, спал в валенках. Ну, ему деваться некуда было, выбора у него не было. Так что вот сейчас, на этой неделе, наверное, перевезу куриц домашних пока, 15 штучек сюда. Посмотрю, как что будет, а потом еще 50, наверное. Пока тех 40, наверное, оставлю. Дома красных, старых. А этих молодых сюда перевезу. Ну и, наверное, еще буду брать штук 100. Взять. Яйца берут. Так что, ну, хоть и небольшие деньги, но они всегда есть. Наличность. На сегодняшний день я без работы. На сегодняшний день я без работы. Чем зарабатывал, все колом стало. Тишина пока полная. Ну, маленько спрашивают, но это ни о чем можно сказать. Железо все подорожало в два раза. В 2,5 раза подорожало железо, металл. Ну и какую-то часть... Работы уже не буду делать, потому что смысла не будет. Потому что люди брать не будут. То, что подешевле, буду делать еще помаленьку. Ну, как-нибудь проживем. Короче, одна надежда у меня на свиней, на мясо. Мясо продается. А здесь осталось, сами видели, 5 штучек. Дома еще... Раз, два. Два точно. Третьего не знаю. Третью не знаю. Будет расти, значит, будем на свиноматку оставлять. Либо уберем ее. Поросят. Половина продал. Можно было, конечно, и всех продать. До сих пор спрашивают. Я говорю, нет, не продаю больше. Оставил себе на племя. Двух девочек. Дюроков. Дюрчихи. Ну и остальные все кабанчики. 8 штук на мясо.
Сейчас ждем опороса. Через пару недель щука там опоросится. Посмотрим, что там получится у нас. Ну и тоже будем продавать поросят. Короче, загадывать не будем. Как только так сразу. Будем посмотреть, да? Как кто-то говорит. Ну, в принципе, все на этом. Долги еще мне не все отдали. Там маленько долгов есть. Огород надо пахать, короче, картошку садить. Вот что. Пока погода. Ну, я не знаю, дождь этот. Ну, в принципе, он сколько он пройдет. Высохнет все махом. Короче, выходные надо пахать. Там три сотки немного. Посадите все, и чтобы он уже не отвлекал этот огород. Его там немного. Ну и все, и надо будет начинать здесь работать. Ну, если там ничего не получится, то будем здесь, значит, строить, пристраивать летний сарайчик, как я уже говорил. Но если там работа будет, значит, будем там работать. Вот как-то так.